Всем привет, с вами Ниагара. Продолжаем очередная серия Ведьмака. За кадром, как вы видите, делаем новые доспехи. Я, конечно, не в восторге от того, как он выглядит, но побольше там, получше броня получается у этих доспехов. Так, и да, еще что выполнила парочку таких несложных заданий. Там, кстати говоря, люди ублюдка младшего ко мне подгребают, кажется. Могут нарваться на драку. Я пока на них не реагирую. Вот. Да, ну, похоже, они... Нет, я не стал вытаскивать меч, но они хотели позаедаться, как вы видели. Вот, и так что идем дальше по основным заданиям. Сокровище графа Ровина. Мне нужно здесь найти тайник, оставить там священную книгу где-то вот в этом месте. О, не то. Так, найти тайник. Где же? Ну, где-то прямо здесь, вот. Вот. Здесь? Нет. Здесь ящики. В окошко, что ли? А, во! Похоже, это тот самый тайник. Похоже, Геральд, Эрард. Я подал условный знак. Шпион должен появиться в застенье перед полуночью. Угу. Ну, это же замечательно. Явиться в установленное место около полуночи. Ладненько, побегаем пока до полуночи. Что тут у нас еще есть? Пока что больше ничего. А по карте куда он направился-то? Ага. Никуда, то есть мне нужно будет просто дождаться полуночи. Ну хорошо, а сейчас у нас сколько время? 21:31. А, ну в принципе уже скоро. Уже скоро, и мы можем вот так помедитировать немножко. Чтобы приблизить этот момент. Почему пунктирная линия идет как-то вокруг? Не шляйся тут! И что же случилось? Место. Я не вижу его на карте. Может быть, просто вернуться обратно? Оу, такие. Нет, смотрите. Ну ладно, пойдемте тогда попунктирую. Я просто не понимаю, нет метки на карте. Не понимаю, куда бежит Геральт, но мы пойдем туда, куда нам указывает наш навигатор. Такой хари, как у тебя, на улице не зовут. Нарываемся иногда на людей здесь. Блюдка, которые ходят. Его люди. Надо. Да, иногда с ними сражаюсь. Но ничего такого полезного мне это не дает, кроме как я у них забираю деньги и оружие, которое потом продаю. Так что эти стычки, они не так мне и нужны и важны. Так, подождите-ка. Вам нужно свернуть вот здесь. Да. И около полуночи, но уже полночь, может быть, надо было не медитировать, а бежать сразу. Как-то вариант. Кто нам сейчас еще скажет, ждите целый день. Опять полуночи. Так. А, вот оно, смотрите, вот это место. Вот этот дом, да? Подождите, нужно обойти с другой стороны, не этот дом. Так, так, так. Вот. Нужный мне домик. Такой веселенький, с цветочками. Осталось спрятаться и подождать. Спрятаться. Спрятаться. Подождите-ка. Где он тут может спрятаться? Наружу где-то. У нас... как сказать, это метка. Спрятаться, ждать шпиона. Чего они от меня хотят? Да, я на месте. Так.
Так, куда мы можем спрятаться? Ну-ка. Это что такое тут у нас? Козья шкура. Тут добра всякого навалено много. Очень хорошо. Замечательно просто. Все обыщем. Около полуночи явиться, опять же, видите, а время... Тут даже слепой заметит. Тут слепой заметит Геральда. Он такой рассуждает. Где мы будем прятаться, если только у него вот тут за дверью подпол какой-то есть. Что? За дверью. Лучшее место, чтобы спрятаться. О, да, класс. Геральд. Классика. Я-то думала, тут подпол какой-нибудь будет. А он просто сел за дверью. Ну что ж. А вот и Трис. Трис, откуда ты узнала, что... Ах да, Дикстер тебе сказал. Именно. А мне хотелось довести это дело до конца. Отличное место для свидания. Угу. Облезлый потолок, грибок на стенах. В углу мышиный помет. Красотища. Губы сами складываются, чтобы... Чш, тихо. Он идет, прячься. Романтика. За дверь, конечно, он не заглянул. Он не в курсе про классику. Ты плохо подготовился. Очень плохо. Я не знаю, кто вы. Но вы вляпались в собственное говно. По шею. Ты увяз еще глубже. Уверяю тебя. Но можешь еще вылезти, если ответишь на наши вопросы. Отвечу. На каждый одинаково. Пошла ты. Не говори так с дамой. С дамой так не говорят. С дамой нет. А с ведьмой можно. Можно. Интересная логика. Но не стоит. Лучше ему быть повежливее. Пошла ты! Я выдержу! Конечно, выдержишь. Я только начинаю. Трис, перестань. Трис, перестань. Сперва пусть. Я прошу. А ну уж его мучить, он понял. Все равно его не переделать. Ну будешь говорить? Зависит от вопроса. На кого ты работаешь? На всем казну. Ну давайте сначала про казну спросим. Где Менге спрятал казну Сиди Ровина? Не имею понятия. Ты отдаешь себе отчет, что хватит одного моего слова, чтобы ты снова был от боли? Да, но все-таки я сказал, что ничего не знаю. Это вам ни на что не намекает. Может, он правда? Он говорит правду. А! Похоже на то. Да, сколько вы не мучай, это правда. Ну, мы Лютика ищем. Мы ищем Лютика. Я знаю, что он попал в руки Менге. Что про это знаешь? Так это все из-за него? Из-за ебаного Министреля? Вы не могли сразу сказать, вместо того, чтобы херачить меня магией? Не верю. Из-за такой мутаты! К делу. К делу. Лютик на храмовом острове. В тюрьме под святилищем. Менге задумал для него показательную казнь в Оксенфурте. Боюсь, эти его гастроли придется отменить. Как вытащить Лютика на свободу? С острова возвращаются исключительно по приказу Менге. Отданному лично. Зараза. Мы справимся. Что мы его прибили. У меня есть мысль. Я потом тебе расскажу. Хорошо, надо его куда-нибудь девать. Мы узнали все, что хотели. Я безмерно рад. Надеюсь, что в таком случае мы забудем об этом неприятном происшествии и... Не так быстро. Геральт. Знаю. Он слишком да, много видел. Да, мы можем его отпустить. Но как же? Ведь я вам... Я ничего никому! Или он умрет, или я лишу его памяти. Сотри ему память. Сотри ему память. Но... Я же помог!
помог! Это не страшно, даю слово. Кайфли. Лучше так, чем убивать. Все, пока он полежит здесь в отключке, мы пойдем по своим делам. Ты сегодня показала когти. Ты сегодня показала когти. Ты и так это называешь? А я бы сказала иначе. Я показала, что немногим отличаюсь от этих выродков. Я... Доделаем все, что нужно, и пойдем отсюда. Я хочу вернуться домой. Умыться. И напиться. Прям напиться? Может, я тебя провожу? Как освободить Лютика, нам ты скажи? Ты говорила, у тебя есть мысль, как освободить Лютика. Да. Мы знаем, что он должен быть отправлен с острова в Оксенфурт. По личному приказу Менге, верно? Точно. И в этом вся проблема. Менге умер, значит... Об этом знаем только мы. Он ведь мог убежать во время пожара. Значит, может и вернуться. Он или кто-то очень-очень на него похожий. С помощью магии, конечно. Верно. Да. Я думала о твоем знакомом Дуду Бибервельте, который принимал облик купца Низушка. Лютик говорил, что он был тогда убедительнее оригинала. До такой степени, что банкир Вивальди дал ему взаймы пару тысяч крон, не моргнув и глазом. Ага. Только он скрывается. Может, Присцилла нам поможет? Надеюсь. Послушай, есть еще одно дело. Только не здесь и, конечно, не сейчас. Приходи ко мне, когда сможешь. А теперь пойдем уже отсюда. Может быть, у нее будет какое-то дополнительное задание для меня? Как тогда было с той ведьмой? О, исчезла. Хорошо, поговорить с Присциллой. А далеко нам топать? Может, мы на плотве доскачем? Куда нам? Угу. Да, давайте позовем. Давно она у меня прохлаждается. Иди-ка сюда. Иди, иди. Хватит Но! Уже травку щипать. Погнали. Да-да-да. Мы здесь не пролезем, да? Объехать надо. Геральт бы пробежал, конечно, но на плотве нет. Пошла! Меня, говорит, каждую лошадь зовут плотва. Такой Геральт. Так, вот здесь по бережку объедем. Обскачем. Хорошо, да, я здесь контрабанду. Да, здесь быстро ехать нельзя по городу. Ограничение 30 километров. А он? Следовала одно местечко с контрабандой, где и нашла вот эту доспех этот. Там остальное все продала, кроны. Вот. Так. Медленно, да? Ну, к сожалению, по городу вот. Я делаю ускорение. Сделать это невозможно. Быстро ехать здесь. Ну и путанные улочки такие. Ну, я тут до одного бара никак добраться не могла. Бежишь по метке, вот видите, зеленая метка. По сокращенному пути, а там просто тупик. Забегаешь в какой-нибудь двор, и там двери закрыты, например. В общем, в этом городе не так просто добраться до нужного места. Ах, гнусный же ты! Что? От меня. Подержи. Так, ну что там? Были желающие мордобития, что ли, или что? А мы снова оказались в этом здании, где поет Присцилла. И она где? Где? Может, наверху? Потому что на сцене ее нет. Чёртова охотника за колдунжем. Тут пьяно валяется. Пьяно, просто пьяно. Ну, сцене явно не она. Может быть, нам бармен чем-нибудь поможет? Чем могу служить? Покажу, что ты можешь предложить, и прощай. А может, мы можем что-нибудь продать? Чем сегодня кормят? Ага, он ничего не принимает. Только что-то купить у него можно.
Хотя вот, смотрите, что можем ему продать. Козью шкуру, например, сбери. Такую шкуру, это что такое? Нужно для масла. Да. Сломанные грабли. Два половника насобирал у нас Геральт. Кружку тоже можно. Свиная шкура. Это что, тоже какие-то шкуры? Оленьи. Лошадиные, две штуки. Ну и ладно. Избавились от хлама. До свидания. Так, искать Присциллу. Присциллочка у нас может быть где? Наверху, что ли? Вот где? Не понимаю, в центре. Мы глазищем тебе. Говорят, скоро устроят большой турнир. Да. Блин, а есть они не могут объяснить, как они наверху, что ли, не знаю. Прямо вот здесь где-то, я не знаю, точка. Прочитать, до свидания. Тут, кстати говоря, наверное, есть что-нибудь полезное. Да, шкатулочка. Железная руда. Обожаю собирать все, что у них плохо лежит. Что плохо прикалывается. Коровье молоко. Так, замечательно. Надо сходить к доктору. На сцене какое-то представление. Жалко, что она не поет, потому что поет она просто невероятно. Давайте наверх. Да, есть лестница наверх, она, скорее всего, у себя в комнате. Раз она не выступает, то она где-то здесь. Снова ты здесь крутишься, ревизский бродяга. А что, я вам мешаю? Нет. Нет, это дверь какая-то на балкон. А здесь? Вот она. О, слава богу, нашлась. Геральт! Как ты познакомилась с Лютиком? Да мне это, в общем-то, неинтересно. Я знаю, где Лютик. Где? В подземельях Храмового острова. Дурная шутка. Я не шучу. Ну не волнуйся, Дрис придумала, как его вытащить. Нам нужно только найти Дуду. Значит, тебе надо найти Дуду, чтобы найти Лютика, чтобы найти Цири? Похоже, тебе предстоит страшно много поисков. Желаю удачи. У меня нет выбора. Я должен встретиться с ублюдком младшим. Может, он что-нибудь знает. Так, ладно, как ты познакомилась? Как ты познакомилась с Лютиком? Все-таки спросим. На поэтическом турнире в Эландере. Конечно, я и раньше слышала о мастере Лютике. И, разумеется, сперва он показался мне надутым, самовлюбленным фанфароном. Только сперва? Я изменила мнение, когда он подошел меня поздравить. Я не думала, что он будет так любезен после поражения. Лютик может раздражать. Но бывают минуты, когда я понимаю, что он умеет быть честным и благородным. Если бы не это, я бы с ним, наверное, не выдержала. Понимаю. Ясно, понятно. До свидания. До свидания. Я, кстати, сейчас вот посмотрела на Геральта в ролике и поняла, что вот со временем у него отрастает борода, вот чем дольше мы бегаем. А интересно, волосы отрастут? Интересно. Знаешь, Менге? Так. Знаешь, так скоро узнаем. Спускаемся вниз. Получится ли у него прежняя прическа? Или все, мы подстриглись раз и до конца игры. Очень любопытный вопрос. Снова у нас задание по кораблям. Нет, есть еще несколько. Давайте посмотрим, что у нас. До этого момента я сделала несколько заданий, выполнила и ведьмачьих заказов, и получила уже сейчас 16 уровень. Ну вот так вот что-то решила немножко побегать, и затянуло меня это дело. Так что мы сейчас идем встречаться с Трис в ее убежище. Такое у нас задание. Так,
А где она находится-то? Поговорить с домовладельцем? Так, либо... Не знаю, с кем. С женщиной с этой. Пусть тебе повезет. Пусть тебе повезет. Ну ладно, значит, она где-то на втором этаже. Ой, что тут можно прихватить? Никогда не упускаю возможность что-либо прихватить. Так. Должна быть где-то здесь. Или есть что-то еще выше подсвечника? Ну, конечно, замираем. Да, еще видимо выше. А в сундучке есть что-нибудь? Ой, подождите. Так, побежали. Задание у нас сейчас вопрос. У меня проблема. Мы можем поговорить? Ну да, я за этим и пришла, кстати. Подожди, что-то подхвачу. Да, Геральт? Да, Геральт. Как ты себя чувствуешь? Ты давно вообще в Новиграде? Ты давно в Новиграде? Достаточно давно, чтобы научиться, как здесь выжить и не попасться. А до этого? Где ты была? До этого мне тоже как-то удавалось справляться без твоей помощи. Но это не значит, что я не рада тебя видеть. Угу. Ты что-то хотела сказать? О чем ты хотела поговорить? Я получила странное сообщение. И даже не знаю, что об этом думать. Кто его прислал? Слуга Ингрид Вигельбут. Кажется, его госпожа хочет помочь чародеям бежать из Новиграда и готова потратить на это значительную сумму. Надо полагать, она это сделает не просто так. В этом-то и проблема. Вигельбут хочет меня о чем-то попросить, но в письме нет никаких подробностей. Этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке и обещал все объяснить. Только не знаю, стоит ли мне с ним встречаться. Стоит или не стоит? Держись от этого подальше. Ну, а вдруг правда выведут всех ведьм? Ладно, я тебе помогу, не конечно. Не нравится мне все это, но раз уж ты уперлась, одну я тебя не брошу. Спасибо. И как ты собираешься искать этого слугу? Он написал, что я узнаю его по голубому кафтану и связке ключей у пояса. Я должна его остановить и спросить, сколько стоит форель. Кто это придумал? Как думаешь, кто это придумал? Слуга или сама Ингрид? Готова поспорить, что Ингрид. Шпионские обычно у слуг игры. Нет времени на чтение авантюрных романов. Да. Наверное, будет лучше, если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане поговорю я. Но он-то ждет меня. Ты постой где-нибудь неподалеку, а я удостоверюсь, что твое письмецо прислали не охотники. Хорошо. Встретимся на месте. Хорошо, поговорить со слугой. Встретимся. Я тут пока бегала по Новиграду, мне кажется, я истребила уже всю стражу, потому что они постоянно на меня почему-то агрятся. Я их изничтожаю. Вот такая история. И еще плюс людей того самого ублюдка, бандита, да, этого. А они тоже постоянно что на меня нападают. Ну, естественно, отгребают по полной. Так что скоро я здесь зачищу, наверное, весь город. Так, я думаю, что здесь... У тебя сегодня плохой. Я вам говорю... Вот о чем я вам, подождите, и говорила. Ой, я забыла, что у меня здесь не тот знак стоит. А, это я ходила с полуночницей биться. Ну и, как говорится... Да, применяла магию. Получила за это бонусы, очки, вот так вот. Еще меньше стало в городе людей, этого бандита. Что еще я здесь повыполняла? Я дошла до задания, там в Вилен ездила, да, обратно. И там нужно было истребить черта в пещере. Ну, черт, больше уровня меня, 20 уровня, и он меня благополучно прикончил в этой же пещере. Так что к нему я вернусь чуть попозже. Ну и много еще разного. Множество людей в синих кафтанах. Да. Подозрительно. А по мере того, как я бегала по Новиграду, здесь еще мне встречались люди, которым требуется помощь. Которым я, конечно же, ее оказывала.
Так, использовать ведьмачье чутье. Это стражник. Это горожанин. Ну, скорее всего, вот у него какая-то тут связка ключей. Давайте с ним поговорим. Да? А где бы купить дешевую форель? Ты не знаешь, где купить дешевую форель? Может, и знаю. Но не с вами я должен был встретиться, сударь. Если хочешь поговорить с кем собирался, то только в моем присутствии. Осторожность велит мне... Сейчас осторожность велит тебе не спорить, поверь мне. Похоже, у меня нет выбора. Пожалуйте за мной. Ну, мы обнаружили того, кто нам нужен. Сюда. Здесь недалеко. Пойдем. Давай. Пойти за слугой. Ну да. Этим мы занимаемся. Причем я заметила, я когда сражаюсь с этими стражниками, ну, Геральт же, он просто рубит пополам, и там голову им срубает и так далее. А люди вообще не... Люди никак не реагируют. Да подождите вы, что вы все сразу? Вот так. Что там у нас такое? Твои губы не зашибли. Вот так, посмотрите. Спасибо. Что он вытворяет. Пойдем. Чего они хотели? Ну, люди немножко покричали там, я слышала. Я их первый раз видел. Может, недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина. Погодите-ка, где госпожа Меригольд? Ну, вот она. Вы должны были прийти одна. Если бы не он, тебя уже вели бы на допрос. Тот высокий? Это Вальдо Мурис. Он работает на охотников за колдуньями. А может, вы и правы, госпожа. Я просто не ожидал, потому что госпожа Вигельбут... Говори, в чем дело. Выкладывай уже, в чем дело. Дело в сыне госпожи Вигельбут. Молодой господин Альберт интересуется алхимией, и про это пронюхали храмовые стражи. Храмовая стража? Это еще ничего. Но на тебя напали подручные охотников. Значит, дело серьезное. Да, стражников госпожа Вигельбут подкупила, но охотники платят за каждого найденного чародея, так что должно быть... Стражники сперва получили взятку от перепуганной семьи, а потом все равно шепнули словечко охотникам. Угу. Похоже, Альберт должен исчезнуть. Похоже, Альберт должен исчезнуть, и как можно скорее. Я могу это устроить. Молодой Вигельбут сумеет незаметно выскользнуть из дома? К сожалению, это не так просто. Молодой барин сейчас укрывается в загородном имении. Чтобы вывести его оттуда по-тихому, госпожа Ингрид хочет устроить большой бал-маскарад. И вы хотели, чтобы я там появилась и помогла ему бежать? Да, без вас нам не справиться. Госпожа Вигельбут думает, что за всей прислугой следят. Это плохая мысль. Даже не знаю, с одной стороны, когда бал, такая шумиха, проще выскользнуть незамеченным, да? Даже не знаю. А, ладно, хорошая идея. Хорошая мысль. Шумный прием, пожалуй, обманет охотников. Особенно, если хотя бы половина слухов о балах Вигельбутов окажется правдой. Кажется, на последнем балу подали 100 разных десертов. А фейерверки пускали до самого рассвета. Ну вот и в этот раз из-за тягот военного времени мы вынуждены ограничиться 85 десертами. Засахаренные лепестки голубых роз из Назаира нынче очень трудно достать. Как бы я хотела все это увидеть. Лепестки роз кушают. Я пойду стрис. Пойду, видимо. Надеюсь, нам не придется оставаться до конца приема. Значит, ты пойдешь со мной? Конечно. Не могу же я тебя бросить, когда ты будешь так рисковать. Подумай только, 85 десертов. У тебя по-прежнему 22 дюйма в талии? Прекрати. Как мы попадем в имение? Пожалуйста, вот приглашение. Стражник у ворот получит особые инструкции. Наденьте, пожалуйста, маску лисы, хорошо? Удачи вам. Может, сразу отправимся? Мне нужно кое-что сделать. Да нет, я уже не так порядком побегала, что давайте-ка пойдем пока. Может, идем сразу туда? Смеешься? Нам нужно приготовиться, переодеться. А самое главное — купить маски. Угу. Ты знаешь лавочку Элихали? Я уверена, там есть все, что нужно для бала. Я там был как-то раз. Элихаль — приятель Лютика. Только маски, правда? Я надеюсь, обойдется без парадного дублета? Дублет, Геральт. И это не обсуждается. Когда все устроишь, зайди ко мне.
Придется принарядиться и опять сходить к тому портному. Какие странные малые. А у нас здесь трупы остались подворотни. Тут, наверное, с них собрать что-то полезное. Травник. Так, подождите. Мясо палится. И что? Вот так, дерьмо, что-то я шапал. Еще валяется вот здесь. Вот. Окей. Так, мне как раз в эту сторону. Побежали к Лихалю переодеваться. Масочку прикупим. Это тот самый странный портной, который был в записной книжке Литика. Правда, будет еще женщина переодеваться. Ой, подождите, да, мне сюда. Мне уже, честно говоря, поднадоел Новиград, потому что я здесь набегала прилично и уже и на плотве здесь каталась. Ну, тут не разрешается быстро ездить на лошади по городу. И пешком набегала уже довольно много здесь километров. Город очень большой и путанные улицы у него. Не всегда можно напрямую добраться до нужного вам места. Бывает такое, что там забегаешь, ну, и тупик. О, вот где-то здесь. Уже хотелось бы туда-то отправиться подальше. Отсюда. Ну, у нас здесь много дел еще. Это дело Стрис далеко не последнее. Вот здесь, наверное, да, с цветочками там все это. Да. Элихаль. Приветствую. Здрасте. Пришел взглянуть на весеннюю коллекцию? Угу. Прям модник. Покажи свои товары. Я бы взглянул на твой товар. Разумеется, прошу. Если что-то жмет или натирает, всегда можно переделать на месте. Будет сидеть, как вторая кожа. Угу. Мы должны у него купить что-то парадное и маску лисы, да? А, штанишки... Штанишки не знаю, но вот маску нам точно нужно. И она сказала еще купить дублет. Дублет придворного. Даже, я не знаю, есть такое красивое. Элегантная рубашка. 300, 369, обалдеть. Все-таки это подешевле. То давайте прикупим вот этот дублет придворного. Все остальное, наверное, я оставлю как есть. И маску лисы. Да. Все, будь здоров. Будь здоров. Я надеюсь, она останется довольна. Наша Трис не заставит меня пойти и снова купить что-нибудь другое. Правда, видите, как я теряю в броне. Ну, вот так вот. При параде. А все остальное, правда, что не столь важно. А это, кстати говоря, это то, в чем я ходила, да? Или нет? Нет. Вот в чем я ходила. Комбинезон охотника за головами. А у меня еще появилось что-то интересное. Ну, это, видимо, я набегала за задание и не проверила. Кираса воина Фрейи. Отлично. В нее потом мы оденемся. Ладно. Купить маску для маскарада. Я же купила. Я купила маску. Что? Я же лису купила. Где? Вот. Предмет. Еще ей нужно купить, наверное. А, ладно. Приветствую. Пришел взглянуть на весеннюю коллекцию. Может быть, это лиса для Трис, а себе нужно что-то купить. Я бы взглянул на твой товар. Разумеется, да, прошу. Да. Так, хорошо, тогда себе я волка куплю. Волк и лиса, по-моему, очень гармоничная парочка. Ну что? Что? Будь здоров. Будь здоров. Принести 3 смазку лисы, да, я оказалась права. Хорошо, давайте, может быть, на плотве доедем, потому что сюда бежала я долго. Где ты? Иди-ка сюда, дорогая. Устал у нас Геральт мушками бегать.
Колешева, что она там запуталась, что ли? Вот сюда. Бом. Заблудилась. Его погнали. Быстрее. Да. Ну вот это самый максимальный темп, на который нужно рассчитывать, ходя из города. Все лучше, чем пешком бегать. Хотя, мне кажется, скорость не подозрительно не ты больше, выглядишь, прибуга. Чем когда он разбегается по-спринтерски. Так, поворачиваем. Давай-давай. Плотва. Шевелись, плотва, как он ей обычно говорит. Так, и все. Приехали. Где-то, вот. Тут, подождите. Куда он показывает? Не понимаю. Где-то же здесь дом-то у них. С другой стороны. Или вот, вот это. Это ты зря. Да. Вот какого лешего? Меня надо. Не умер еще? Все. Иду, значит, я. Такая вся. В кафтане. Несу маску, Трис. Они на меня нападают. Вот. Дурик наш. Так, она опять нас... Приходит. Грязи-то сколько нанесли. Как к себе домой, говорит, приходит. Ну а что? Да? Я тут по делу. Так что не ворчите. Так бросили матрас прямо на пол. Вообще. Вот времена были, да? Люди не переживали по поводу комфорта. Что она там переоделась уже? А, да, смотрите-ка. Но зеленый ее любимый цвет, похоже. У нее все платье зеленое. Геральт! Я вижу, ты в отличном настроении. Ну и что? Ничего. Такое оживление тебе к лицу. У тебя уже все есть? Можем идти? А, да. Все готово, можно идти. Жаль только, что ты оделся не так, как я просила. Ты правда думала, что я натяну кружевной воротник и штаны с оборками? Ты бы выглядел замечательно, даже в турнюре. Лучше не буду спрашивать, что это такое. А тебе придется довольствоваться костюмом ведьмака. Так что, идем? Короче, она все равно недовольна этим камзолом. Зря я его купила. Потом продадим все. И у нас бал маскарад. Круто. Столько было разных монстров и сражений, что теперь повеселимся на балу. На скачках мы уже поучаствовали. Приветствую, уважаемых господ. Мы гости госпожи Видельбуд. Покажите, пожалуйста, приглашение. Ага. У нас есть оно, да? Все верно. Вы найдете госпожу Вигельбуд во дворе имения. Она в маске попугая. И вот еще что. Мечи прошу оставить здесь. Это должна быть какая-то ошибка. Так, без мечей туда пройти. Даже не знаю. Ну ладно, хорошо. Ну хорошо. Желаю удачного вечера. Вот еще вопрос. Она в маске попугая. Как здесь красиво. Них... Маски, что не я повторяются. Я ужасно давно не была за городом. Не была она за городом. То есть много же людей, да правда, участвует во время бала. Не притворяйся, что у каждого прям индивидуальная маска. Что ж ты старых друзей не узнаешь? Это какая-то ошибка. Я вас не знаю. Не валяй дурака, Вивиана. Эти волосы я всюду узнаю. Можешь, конечно, строить из себя благородную. Но пока этот барон Эдвард тебя, как там его, из канавы не выловил, ты был обычной... Довольно. Госпожа сказала, что тебя не знает. А это у тебя что, новый какой-то? Еще старше прежнего? Тоже мне хер горбатый. Правду говорят, чем меньше может, тем больше платит. Я говорю зря, я ставила мечи. Ты сам напросился. Нет, нам не нужно сейчас затевать здесь драку. Пойдем-ка отсюда. Пойдем, Трис. Не будем устраивать скандалов. Эй! Вивианна!
Ты мне больше нравилась, когда работала в каретах у Пассифлоры. Да пьянь какая-то, не будем с ним связываться. Отвратительный тип. Да пошел нафиг. Ну, мы очки опыта получили, значит, все правильно. А красиво, да? Так, это если осмотреться, народ купается в этой, в бассейне. Это день десантника. Так. Морец? Что ты здесь делаешь? Кого-то узнала. Малютка Меригольд. Ну и ну, а я думал, будет шикарный прием. Да, я тоже по тебе соскучилась, но сейчас это не важно. Ты знаешь, как выбраться из Новиграда? Если хочешь, можешь присоединиться к нам. Трис, мы здесь по другому делу. Не реагировать. Не реагировать. Ну, она, наверное, знает, что делает, ладно. К вам? Это к кому же? Среди них есть и твои друзья. Когда мы все соберемся, я выведу вас. Ты выведешь? Прости, Меригольд, это все равно, что дать себя вести хромому утенку. За сим прощаюсь. Какой-то тоже, видимо, ведьмак. Кто это был? Кто это был? Это мой старый знакомый. Морец Диффентель. Я потом тебе расскажу. Да уж расскажи, пожалуйста, что за дела такие. А, смотрите, кому-то требуется помощь, по-моему. Давайте спросим хотя бы, что нужно. Где-то... Где-то за этой стеной. А, внутри, значит. Да, здесь я потому что не могу обойти, значит, нужно зайти. В хорошую погоду со стен можно увидеть знамена Нильгард. Такс. Давай посмотрим, что здесь. А что здесь происходит? С кем нужно поговорить? В хорошую погоду со стен можно... Кто желает быть следующим, прошу. Сударь Диванон освободил место у стола и уже, должно быть, не вернется. А что с ним стало? Какие-то добрые люди отвели его в сторонку, чтобы он ничем себе не навредил. Так что, сыграем? Первым вашим соперником будет граф Вальдемар де Крот. Он может позволить себе проигрыш, поэтому играть будет неосторожно. У меня нет желания сейчас играть. У меня нет желания. Вы не любите выигрывать? Ну, не сегодня, ладно, мы поиграем. Грегор, ты Деркхофа не видел? Минуту назад... О, простите. Я перепутал вас с моим другом. У него похожая маска. Я же говорю, похожие маски должны быть. Генерал Мурхис? Да нет, ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Перепутал. С тобой? Мой муж руководитель. Дальше ищем. Снова он на обед опоздал. А, вот уже добежали. Ой, чудище. Так, попугай. Снова попугай. Он на обед опоздал. Да, блин. Душно. А, душно. Это не то, да? Чуть подальше. Это вот здесь. В конце концов, обратился к ней. О, как тут хорошо. У нее была маска индюшки. Представляешь? Запасемся. Жанка, да блин, где-то я ее не вижу. Вот она, аристократка. Она вообще без маски. Я вас оставлю на минуту. Госпожа? Да, это я. Насчет форели. Что? Ах, да, конечно. Прошу простить мне эти меры предосторожности, но... Может, пойдем поговорим где-нибудь в укромном месте? Поговорим. Благодарю, что вы согласились нам помочь. Мой лакей предупредил, что вы придете с другом. Мне бы хотелось, чтобы о побеге Альберта знало как можно меньше людей. Но если вы ему доверяете... Как никому другому. Как же Герлюду не доверять? Охотники не давали о себе знать? Охотники не появлялись? С тех пор, как они напали на моего слугу на рынке, нет. Все улеглось. Но мне удалось подкупить одного человека из храмовой стражи. И он сказал, что разговоров об Альберте все больше. Откуда стража вообще узнала, что ваш сын занимается алхимией? К сожалению, я не могу поручиться, что сам Альберт не начал похваляться очередным экспериментом. Он очень беззаботен. Сам всем раструбил. Он был очень милый человек, но совершеннейший болван. Его сожрал Голубоглаз. Вы не слышали эту историю? Он, должно быть, много путешествовал. Да где там? Он пробовал их разводить. Наверное, я радоваться должна, что Альберт увлекся алхимией. Она все же безопаснее. Забавный у нее муж с сыном.
Пойдем за Альбертом. Где он сейчас? Развлекает гостей. На приемах он всегда душа компании, поэтому я не хотела, чтобы у кого-нибудь возникли подозрения. Когда он сможет выйти? Придется подождать, пока гости не выпьют столько, чтобы видеть только подносы с новыми кубками. Но не бойтесь, это не займет много времени. Быстро он обдулся. Отлично, а как мы его узнаем? Как мы его узнаем? Он в маске пантеры. Альберт знает, что вы за ним придете, и он в восторге от того, что ему предстоит. Боюсь, он не до конца понимает, какая опасность ему грозит. Как я уже сказала, он не слишком сообразителен. Да не отражает действительность. Вы можете не беспокоиться. В компании некоторых чародеев он придется очень кстати. Геральт! Мы пойдем поищем его. Я буду ждать новостей. Хорошо. Жди новостей, мы пошли искать пойдем твоего... Пойдем искать Альберта. Сына, который сам всем раструбил, что он... Мой муж руководитель. Занимается... Душно. Основа он на обед опоздал. Выгоню его, клянусь здоровьем. Снова он у этой девки. Найди в маске пантеры. Маска пантеры. Так, здесь, по-моему, нет. Ну, по крайней мере, я не вижу. Зато тут сколько мяса жарят, понятно. Так, возле фонтана. Есть кто-то в маске пантеры? Ну-ка. Дайте на вас посмотреть. Снова он на обед опоздал. Блин. Ну вот маски два я вижу. И еще один маски два. Слуги. Ну, слуги без масок, естественно. Пантеры, пантеры. Я так понимаю, что это должна быть какая-то черная маска. Истина такова, что мы уже зависим от черные, да? Правда? Не маска ли вам? Мужчина в этой семье счастье. А вот это... Нет, тут клюв какой-то. Тоже клюв. Здесь очень много людей. Так, синяя маска. Синяя маска. Вот это что делает? Непонятно. Так... Хлеб, а не столичный. Белые маски. Черт, блин. Вот это, по-моему. Ну-ка. Да, золотце. Альберт Вегельбу? Для тебя, солнышко, хоть Адольф Валентина. Это тигр, да? Не то, ребята, не то. Адольф Валентина. Но похожая маска, да, но это подушечки. Черт возьми. Снова он на обед опоздал. Как по новиградски выглядит маска пантеры. На твоих мечах все еще видно кровь. Альберт Вегельбут? Я похож на жалкого фанфарона и маменькиного сынка? Ну, лев, да, я же говорю не о, то. О, боги! О, боги. Где он? Черт возьми. Так, вон маски пантеры. Так, здесь сюда. А, к ним подходить не будем, они там карты играют. Блин, ну вот все гости здесь, я так понимаю, все основное скопление, оно здесь. Так кто? Стоит ли отходить дальше? Не знаю. Здесь еще гости. Что они делают? Это прозвучит нескромно. Псарь? Но нет, лучше гончих псов, чем наши. А, они смотрят гончих псов? Синее лицо, это не то, да? Бывает пантер с синими мордами. Так, это с клювом. Блин, да у всех клюв, что ж такое там? Куда-то шаги меня ведут вот в это место. Ну-ка. А есть такая пантера! Смотрите. Да. Ну, красивая маска. Красивая маска. Он тоже, по-моему, маленько накатил. Альберт Вегельбут? Нет. Да ты пантера, я ты чего гонишь? Я черная пантера. Ух
милый граф. А, масочка у девочки. Надо поговорить об экскурсии в Новиград. Нам надо обсудить экскурсию в Новиград. О, то есть вы... Ты же ждал нас. Какого лешего ты придуриваешься? Да. Когда мы можем покинуть имение? А, ну, мама говорила, что лучше подождать, пока все напьются. Кроме того, позже будут фейерверки. Это отвлечет внимание. Когда начнутся фейерверки, я выберусь в сад. Встретимся в лабиринте. Мы будем ждать тебя там. Хорошо, но сперва попробуйте этого розового фиорана. Непременно! Кажется, не очень удачная идея встретиться в лабиринте. Надеюсь, Альберт не забудет, зачем они устроили прием. Может, подождем в саду? Я присмотрела там такой милый уголок. Вот этот? Подождать на скамейке. Ну, пойдем. Присмотрела она милый уголок. Знаешь, тут трудно сработать. Пошли в сад тогда, но мне не нравится идея встречаться в лабиринте. Нужно было выбрать какое-то место поудачнее, не знаю, там, возле фонтана или еще где-то. Мало ли здесь мест. О, какой милый уголок, действительно. Давай тут все пособираем. Нельзя это все поесть. Точи, Геральт, точи. Может, сядем здесь? Видимо, подождем вот здесь. Как приятно снять маску. Хотя бы на минуту. Отсюда отличный вид. И даже вино есть. Я страшно давно не выходила в свет. Нет, правда? Это замечательная перемена после новиградских сточных каналов. В таком случае самое время спросить... Да? Про этого чародея, которого мы встретили. А, она не про этот вопрос, наверное. Что ты хочешь узнать? Она так, да? Откуда ты его знаешь? Вы знакомы? Геральт, все чародеи друг с другом знакомы. Некоторым уже больше 100 лет. А это достаточный срок, чтобы перезнакомиться. В таком случае, когда ты с ним познакомилась? Давным-давно, на одном приеме. Он подошел и сходу предложил телепортироваться в какое-нибудь уединенное место. Клеился к ней. А ты ему отказала? А ты ему отказала? Ты так думаешь? Он ухаживал за мной еще какое-то время. Мне показалось, он тебя не любит. Мне показалось, ты ему не нравишься. Я думаю, он с удовольствием мной бы командовал. Но подчиняться... Но ведь именно ты устраиваешь побег чародеев из Новиграда. Иногда я и правда не знаю, как я умудрилась собрать их всех вместе. Такой Геральт, он приревновал, что ли? Зачем эти вопросы? У них... Нет никого другого, твое личное очарование. Все дело в твоем личном очаровании. Осторожно, это прозвучало почти как комплимент. Ну, так и есть. А, я не специально. Вот хорошо. Вот и хорошо. А, так ты хочешь... Кто-то идет. Это Альберт. Нет, просто какой-то заблудившийся гость. Чш. Да, это не наш Альберт. Наверное, ищет подружку. Как в той эльфской сказке про лягушку и трясогузку. Инху-инху, бег-бро. Тихо-тихо, лягушонок. Что-то она тоже тихо. Под вином расслабилась. Развеселилась. Надеюсь, что гости не напьются так быстро, как я. Я же говорю. Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше. О, нет. Я сперва осмотрю этот их знаменитый лабиринт. Ну, вот в итоге... Говорят, у них там скульптуры. Буду искать с Альбертом. Совсем. Совсем. Совсем что? Совсем голые. Такая трис. Как-то пойдем, я Геральт. От нее не ожидала. Трис, Геральт, ты идешь? Куда ты ломанулась? Чтобы она тут не заблудилась, а мне ее придется искать. Так, ну у меня, ладно, хоть есть указатель, куда она побежала. Потому что по заданию мне нужно идти за ней. Геральт, ты идешь?
Сейчас мы так зайдем, что я потом отсюда никогда не выйду. Да. Стой уже. Что за беготня? Такая, знаете, а теперь догоняйте меня, догоняйте. Мне надо купаться в бассейне. Ой, в фонтане. Осторожно. Спасательница ведьма... Ой, этих чародеев, блин. Не-не-не-не, не время целоваться. У нас же есть Йеннифер. Господа Меригольд, наконец-то! Мне жаль, что мы встречаемся в столь исключительно неблагоприятных обстоятельствах. Хорошо сказано. Но мы непременно это наверстаем. Потом я обязательно покажу вам свои алхимические формулы. Как интересно. Никто за тобой не следил? Кажется, нет. На всякий случай, поменяйтесь масками. Угу. Мы пойдем вперед. Геральт сразу за нами. В конюшне нас ждут оседланные кони. Хорошо, там и встретимся. Теперь мне нужно топать к конюшням, да? Они ушли без меня. Подождал только 15 минут. Ну, ну. Погнали. Выйти. Ты обещал показать свою лабораторию. Альберт, вот ты где, любимый. Горожанка. А, та, это девица. Вот ты где. Так вот, относительно закрытого показа. При других обстоятельствах я бы показал тебе все. Ой, прошу прощения, я... Она по голосу-то поняла, что это не он. Блин. Ну, так я и знала, что поменяться масками... Альберт Вигельбут. Барышня, отойдите в сторону, пожалуйста. А вы, молодой барин, без фокусов. А то еще синяков себе наделаете. Охотники. Это вряд ли. Без своего снаряжения плохо мне здесь придется. А, уходим, уходим. Сейчас запинают со всех сторон. Так. Эти охотников за колдуньями. Мне надо, чтобы они как-то разделились. Да, неужели? Так, отходим. Подманивай его, подманивай, Геральт. Оп, защищаемся. Там их трое. Вот это плохо, потому что они уровня такого хорошего. Тихо. Ух ты, блин. Откуда ты здесь взялся? Закрывайся, закрывайся. Ох, пропустил. Как так-то? Я стою в защите, в блоке. Как так-то? А что мне делать? Так, ну... Ты задолбал меня уже? Давай, вали его, Геральт. А что такое-то? О, черт. Это я еще только одного не могу победить. Жесть. А их там еще двое. Закрывайся! Да блин, он заколебался своим блоком. О, наконец-то. Так, я не могу применить ни ласточку, ничего такое, и подлечиться не могу тоже. Печально. Так. А медитацию можем сделать? Не можем. Ага. Ну, ладно, одного я завалила, но я, оказывается, могу магию здесь применять. Оружия-то нет. Слева его! Так, давай, 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 давай. Ну давай! Так иди, ты... иди сюда. Бей его. Давай, давай, Геральт. Наваляем ему. И подальше его оттолкнуть от того, чтобы они со спины на меня не нападали.
Так, давайте попробуем, может быть, Акси. Акси. Вот так. Так. Тихо. Спокойно. Ну, он тоже себе руку отбил от меня. Кому конец? На, держи. Даю, даю. Не подманивай меня. Раззадоривает. Да блин, тихо, Геральт. Закрываемся. На тебе. Хорошо, что осталось у меня применение магии. Это уже наконец нет. 50 опыта дали. Так, побежали. Стрял он с этой маской. Я сначала почему-то, блин, подумала, что ничего не могу применять, кроме кулачного боя. Так, не сюда. Блин, я вот так и думала, что вот в этом лабиринте гулять очень плохая идея. Хорошо, что у меня есть пунктирик, с помощью которого можно отсюда выбраться. Так, обходим. Это вот здесь выход, да? Угу. Замечательно. Дополнено у нас задание. Встретиться с Трис теперь необходимо. И Альбертом. Хорошо, может быть, что они поменялись масками, иначе бы Альберту этому навешали бы, я думаю. Да еще и Трис бы забрали. Я уже начала беспокоиться. У нас появились небольшие трудности. Охотники? Они идут сюда? Нет, у нас есть еще немного времени. Но, пожалуйста, отправь кого-нибудь в сад, нам надо прибраться. Я прослежу за этим. А вы поторопитесь. Прибраться такой. Все готово? Да. Я забрала твои мечи у стражника. А Ингрид передала мне деньги. Их здесь гораздо больше, чем я думала. Замечательно. Да, я думаю, что он рад, что смог помочь. Я рад, что помог тебе их раздобыть. Они ведь пригодятся? То, что случилось у фонтана? Ничего не случилось. Прости, я вела себя несерьезно. Это все из-за вина. Оно было слишком крепкое. Ты не должна извиняться, ведь ничего не случилось. Да, ничего не случилось. Госпожа Меригольд! Нам пора. Геральт себя контролировал. Берегите молодец. Себя. Так, нам удачно удалось вывести Альберта из поместья. И продолжим мы с вами в следующий раз. Это задание выполнено. Посмотрим, что там у нас. Охота за младшим. Да, наверное. Скорее всего, вот это будем продолжать. Спасибо, ребята, вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилась эта серия. И до скорого. Всем пока.